В сегодняшнем ролике я собираюсь посмотреть все Roblox шорсы, которые только существуют на YouTube по запросу Roblox. Посмотрим, насколько хватит моих нервов и ваших. Это тоже важно. Мы нашли продукты на слово Roblox. Типа Доши Блокс, Каши Блокс, Лапша Блокс. Ну вот лапшу Блокс я бы, наверное, попробовал. Лапша со вкусом Лего. А, я понял, они по буквам ищут. Рафаэла. Слушайте, как-то слишком очевидно. Что можно взять на букву О? Оранжевый апельсин. Оранжевый карандаш. О, Коко Джомбо. Даже не знаю, может быть, орехи какие-нибудь? Апельсин нет. Апельсин не подходит. Ананас тоже не подходит. Когда тебя просят назвать слово на какую-то определенную букву, ты забываешь все слова. Это работает в 90% случаев. Вот, например, назовите прямо сейчас три слова на букву О. Орехи, одеяло и о-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 
Yes! Let's go! Слушайте, теперь я чувствую себя даже немного тупым. Ладно, я не буду никак критиковать эти ролики по Роблоксу. Я вам что, критик какой-то, что ли? Нет, я всего лишь делаю реакции на видосики по запросу Роблокс. Они взяли Лейс. Не, ну вот это я, конечно, осуждаю. Лучше намного Принглс. Орехи. Да, я называл это слово. Я называл слово орехи. Какая? Кукуруза, либо камни. Можно ли купить камни в магазине? Конечно же нет, но было бы прикольно. Раздел с камнями. Типа идешь, взял продуктов, там, купил себе селедку, а потом думаешь такое, захвачу-ка я камней жареных. А жареных гвоздей не хочешь? Какое видео лучше? Повторяю свои старые видео. Я и новых-то не видел, да и старых тоже. А, это эдиты в Роблоксе, окей. Музыка кочевая, но эти Роблокс-эдиты лишены всякого смысла. Честно, когда мне попадаются такие видосы, я их просто скипаю, пролистываю. Это танцы для самых ленивых. Ну, типа, если ты не умеешь танцевать в реальной жизни, то почему бы не станцевать в Роблоксе? Играем с дочкой в обе на двоих. Так у нее голос как у ребенка. Божечки мой, как она может играть с дочкой в Роблокс на двоих? Я вам обещал не ловить кринж, но я не могу сдержаться. В смысле? Что я смотрю? На что я трачу свое время и свою жизнь? На что? Помоги кинуть ее в ананас. Кинуть в нее ананас. Возможно, она хотела написать, но... Прыгай, я ловлю. Хи-хи. Ананас. Вот такой вам Роблокс ТикТок, не ожидали? Роблокс, но мои подписчики рисуют монстров. Они боятся. Но конец. Слендермен! Нарисую монстр, которого ты боишься. Хорошо. Нарисовать огромную жопу. Пугающее изображение, действительно. Это же бабка Гренни. О май гад. Конечно. Лайк, если вы играли в нее. Лайк, если вы играли в бабку Гренни. Лайк, если хоть раз смотрели ролик на YouTube. Хоть раз. Мне страшно. Помню, когда я впервые увидел картинку с Момо, это было действительно жутко. А еще самое жуткое, что я видел, это демонетизация за ролики по Момо, представляете? YouTube принципиально блокировал видосы и демонетизировал их, где в названии было слово Момо. Сиреноголовый. Все нормально. Мишк Фредди. Фредди Фазбер. Мишк Фредди. Ой. Ну и пора нарисовать мне самого страшного монстра. Банан! Су! Он нарисовал мой банан! Я имел в виду, знаете, какой банан? Вот этот банан. А вы о чем подумали? Он у меня всегда на заднем фоне находится. Ну вот сейчас я снимаю на гринскрине. О, это же ролик от Глента. У меня ограниченное количество прыжков. Даже для... Ничего себе его съежило. Все нужно подпрыгнуть. Ого, уже осталось 8. Придется опять прыгать. 7. Здесь я могу перешагнуть. Отлично. Теперь вот здесь. Хорошо. А здесь я уже проваливаюсь. Эх, не повезло. Погодите-ка. Это моя фотка. Что она делает на этом шорте? Это действительно запрещенный тренд Роблокса, который надо банить. Но прежде ставь лайк и подпишись, робуксы в конце. Он подарит 85 тысяч робуксов тому, кто подпишется именно на мой канал. Это шутка, но вы в любом случае можете нажать на кнопку подписаться под этим видео. Некоторая часть комьюнити Роблокса откровенно психи. Ребята, на полном серьезе выкладывают такой взрослый контент под странный звук. А при чем здесь я? Казалось бы! Ему не понравилась моя превьюшка. А чё, выглядит кликбейтно? Я в роли генерала предлагаю писать хэштег #Stop18 Роблокс и кидать жалобы на них, иначе это закончится плохо. Я слегка понял, что он имел в виду. И да, с таким действительно нужно бороться. Сестра делает мне скин. Как вам? 108 тысяч лайков.
Сестра взяла телефон. Вот у тебя есть человечек. Человечек? Да, человечек. Твоя задача сделать его красивым. С этим я просто справлюсь. Мне кажется, что это же она озвучивает, только с немного искаженным голосом. Ну да ладно, давайте досмотрим это видео до конца. Какой скин получится? Волосы. Вот. Их тут немножко, правда? Волосы здесь так мало. Вот эти красивые. Так, окей. Дальше я тебе предлагаю выбрать тон кожи. Если бы я был маленьким и мне дали возможность собрать свой скин в Роблоксе, то я бы собрал вот это. Ага, стоп, погодите. Я сейчас собрал себе такой скин. Тогда бы я собрал вот это! А, так, такое тоже было. А можно ставить тот же? Нет! Ой, да, конечно, можно. Так, теперь ты должна выбрать себе штаны. Да, штаны. Допустим. Ну, здесь все такие красивые. Я не могу, простите. Но мне реально сложно смотреть подобные шорсы. Давайте глянем что-нибудь другое. Вот, смотрите, ролик собрал 2,5 миллиона просмотров. Глупый парень Наггетс танцует в школе. Help me! Нашла мужа в Роблоксе! Так, что это такое? Следующее задание — найди мужа в Брукхевен. Ну что, пошлите искать мужа. Ищу мужа, пиши я. Я свинья. Ну что ж, она нашла себе мужа. Слушайте, он выглядит как настоящий брутальный гигачат. Ну все, она выполнила челлендж. На этом ролик подходит к концу. У него есть гольфкар. У меня вообще сейчас нет машины, если что. Наказано, бэйби! Я не знаю, как это прокомментировать. У меня просто нет слов. Порой я иногда не понимаю, что я вообще за видосы смотрю по Роблоксу. Жизнь Роблокс-комбота. Хочешь бесплатных робоксов? Тогда пройди обе карту с бесплатными робоксами. Фри робоксы в самом конце. Да ладно, неужели он получит 1 миллион робоксов абсолютно бесплатно? Да, я слышал, что такой режим существует в Роблоксе. А, он предлагает перейти на какой-то веб-сайт. Когда-нибудь они доберутся до финальной награды. Они дошли до туда. Пора выпить спрайта и отпраздновать. Оу. Они пошли на свидание. Ты хочешь бесплатных робоксов? 2 бесплатных робокса, пожалуйста. Самое лучшее блюдо в Роблоксе. Бесплатные робоксы. Ну, конечно. Заставка как будто бы Дисней. Сделал ей предложение. И сейчас она его заскамит. А, это всего лишь жизнь камера в Роблоксе. Скажу вам честно, в 99% режимах в Роблоксе не существует бесплатных робоксов. Лишь 1% режимов может вам подарить, либо разыграть среди вас робоксы. Роблокс против Майнкрафта. Кто выиграет? Ну что ж, я ставлю на Роблокс. Потому что видосов по Роблоксу у меня около 2000, а по Майнкрафту меньше сотни. Это аниме-баттл. Let's go! А кто победил-то? Где финал? Что с нами будет? Скорее выбирайте, где мы будем жить. Вы выбирайте, в какой игре мы будем жить. В конце самое крутое. Бравл Старс, 1000 лайков. Да здесь все какое-то странное. Пожалуйста, не выбирайте это. Да-да-да. Майнкрафт, 5000 лайков. Что с нами? Почему мы так странно ходим? Ребята, не выбирайте это, пожалуйста. Выбирайте Бравл Старс и не одним лайком больше. Пускай они застрянут в Бравл Старсе. Так, а тут у нас, смотрите-ка. Что это? Битва гигачадов? Сигма-мод! Битва с Айшоу Спидом. А, он похож на гоблина, кстати. Ну, в Роблоксе я имею в виду. Не в реальной жизни. Квинка подарила Сашке свинку. Лама сыну свитер мал, лама сын его порвал. Лама папа, лама мама, лама сын пошли за новым. Кто собьется со считалки, будет начинать по новому. А мы чем хуже? И на этом, в принципе, стоит закончить этот видос. Типа, а мы чем хуже? Конец. Хитрый мальчик против хулиганов. Домой очень-очень поздно. Его зажали гопники и сказали грозно. Ты мобилу отдавай, отдавай робаксы. Мальчик шокер вытащил, чтобы наказать засранцев. Спустя 7 лет записи Роблокса я до сих пор называю не Робаксы, а Робуксы. Потому что так более привычно для всех. Не на того напали! Ничего себе, у ботаника электрошокер. По яйцам! Не имея
бицепса, хлюпик наказал быка. Правильно! Что сделает гигачат против электрошокера? А, ты можешь быть мега-качком. Но запомни, против электротазера, электрошокера, вряд ли ты что-то сделаешь. Что теперь насчет мобилы? Что насчет рабакса? Понял, принял, осознал. Прости ты нас, засранцев. Слушайте, а музычка достаточно кочевая, скажу вам честно. Она как бы заедает у тебя в голове, точнее, вот эта ритмичность. Я уверен, что эти треки станут вирусными. Почему этот баг не убран? Ха-ха, ладно. Типа можно халявно получить дом? А, не, я понял. Ну ладно, это забавно. То есть по факту ты лежишь, но как бы ходишь. Вот бы всем так. Неужели собачка это... Не собачка, странные звуки стала и ставать... О, что вы делаете? Зачем вы наваливаете такого кринжа? Я не знаю, но это прям для детей. Для детей, детей, детей. Манки мощь. Жили и стали враждебными. Какой из них был бы самым смертоносным? Почему мне показался этот ролик по запросу Roblox? Огромный наггетс преследует игроков в Роблоксе. Сможет ли он решить эту головоломку? Ребята, как пройти наггетсу? Как пройти наггетсу? Его пропустили. О, смотрите-ка, наггетс пропустил игроков. Так это хороший наггетс в шляпе. Че, это просто прохождение обе карты? На 25 миллионов просмотров? Так, смотрите, тут есть еще один ролик на 25 миллионов. Танцующий наггетс в воде. Сцена! О, сейчас будет какой-то наггетс-фестиваль, судя по всему. Вам не кажется странным, что именно сейчас начали появляться какие-то, скажем так, тренды с изюминкой? Ну, типа танцующий наггетс. Реально, вот это сейчас трендится. Просто танцующий наггетс под песню. Вот это длиннющее видео, где просто вращается чипсина. Знаете, сколько собрало просмотров? Вот столько. А? Вы в шоке, наверное? Опа. Играет в Brawl Starsик. Что это такое коричневое? А, я понял, что это. Я понял, и вы поняли. Это я делаю домашнюю работу со своей мамой. Шесть! Это жиза на самом деле. Примерно так я делал домашнюю работу в первом классе. Не хочу в школу. 1+1=6. Вот что с вами может произойти, если вы не будете учиться хорошо. Вы станете человеком, который смотрит Roblox видосики. О, оно приближается. Берегись, оно сожрет тебя. Оно прямо за углом. Чиш! Какая вкусная шоколадка. Сын, ты ешь свои руки. О, здесь уже у него банда образовалась, смотрите-ка. Это же танцующие фрукты. Быстрее готовь. Они ворвались. Кого приготовишь? Ананас нельзя пожарить! Я понял, они сами прыгают на плиту. Что происходит в этом видео? Когда отличный парень превращается в токсичного парня в Роблоксе. Ох, как знакомо, как знакомо. А, за жезу. Прям сердце схватило. А, нет, это потому что кто-то не поставил лайк под этим видео. Не трогай мою сестру. А, мерзавец. Он ее толкнул. И она такая, зря ты это сделал. Опа! Да! Получил биты по башке! Итак, во что я буду играть сегодня? Оу май гад! Какой-то безумный эпик батл! Нет, это слишком сложно для меня. А, ладно, он выбрал блоксфрут, окей. О, наконец-то я повысил себе уровень, делая одни и те же вещи. Вновь и вновь. О, что это? Мэтт Сити? О, один из моих самых любимых режимов Роблокса, честно вам скажу. А, это Брукхевен. Окей. Пожалуйста, пожалуйста! Возьми меня, пожалуйста, возьми меня. Так, он такой, о май гад. Стать One Punch Man'ом. Strongest Battlegrounds. Эй, иди сюда. А, его вырубили с одного удара. Блин, это профессионал. А это просто нуб с донатом. Так, окей, окей, окей. Я ненавижу эту игру, я выхожу. Пожалуй, это лучший видос за сегодня. Я поставлю ему лайкосик. Мальчик превратился в духа и сохранил жизнь людей. Гад. Он потерял своего друга, но друг его не видит. Эй, кто-нибудь видит меня здесь? Я похожую серию видел в Южном парке. Правда, Карпман там сошел с ума из-за этого. Из-за того, что его все игнорировали в школе. И он не был призраком. Он поменял надписи и такой, ха-ха-ха, пропканул. Обрызгал всех водой. Хулиганов. О,
Он еще жив, типа. Так, ограбление банка. Полтергейст! И сам стырил деньги и улетел. Он же полтергейст, он может взаимодействовать с предметом. Вы видели, как он швырнул стул? Что ему мешает просто забрать все деньги из банковской ячейки? Оу! Благодаря своим добрым поступкам, он вернулся к жизни. Что ж, это достаточно поучительная история. Ладно, она меня ничему не научила, но все же. О, вы посмотрите на этого котика. Я могу это видео смотреть бесконечно. Очень люблю котиков. Подпишись, если ты тоже любишь котиков. Can I stay up and play video games? Могу я поиграть в видеоигры? Нет. Отправляйся в свою комнату. Что? Кто это там стоит? Какой-то фиолетовый кот. Я не могу спать. Мам! Мама? О май гад, что это было с ее лицом? С кем она вообще общается? Я ничего не делаю. Кто это, черт возьми? Ты имеешь в виду кого? Ты общаешься с кем-то другим, не с отцом? Я обещаю тебе, возьми деньги и купи себе робуксов. Должен ли я поверить своей маме? Лайк или коммент? Роблокс уже не спасти! Ха-ха! Пора нам попрощаться с этой игрой. Кринжовые шорсы и тиктоки уничтожают ее. Rest in peace, Роблокс. Роблокс только что добавил мат. О, я знаю, в Роблоксе тебе разрешили материться. Так что, если у вас плохой день был в школе, вы можете зайти в Роблокс и просто... Кажется, я понял, о чем говорил тот чувак, когда просил заблокировать такой контент в Роблоксе. О, звук из Майнкрафта. Я не знаю почему, но музыка из Майнкрафта всегда меня успокаивает, когда я ее слышу. Сразу какое-то чувство вот на душе становится приятное. В него вселились бесы. Бесконечный IQ или же бесконечные деньги в Роблоксе? Что бы ты выбрал? Я бы, наверное, взял бесконечное IQ. С помощью бесконечного IQ я бы смог заработать бесконечное количество денег. Все вполне логично. А за деньги IQ себе не купишь. Он такой, ха-ха, он бедный. Я выбрал бесконечное IQ. Эй, посмотрите на этого бедняка. Оставь меня в покое. Я купил абсолютно все за эти деньги. Золотую гитару, золотой мотоцикл, яхту в школу, шляпу за 1 миллиард робоксов. Студенты! Все, кто не сможет сдать этот экзамен, потеряют бесконечное количество робуксов. Удачи! Эй, лузер, слушай, ты должен решить тест для меня, если хочешь робуксы. С чего это я должен делать? Потому что я закину тебя в этот шкафчик, если ты не сделаешь. Окей, окей, сделай лучший тест для меня. Ты завалил тест, я потерял все свои робуксы. Тебе конец. Правильно, правильно, именно так я бы и сделал. Это бесконечный IQ мув. Торки, торки! Это юникорн! Шапку! Не хочу! Там холодно, простудишься! Баловаться будешь? Отвечай, баловаться будешь? Нет! Пойдем тогда! Да-да-да! Я ухожу с Ютуба. О, реакция от нейросети. А нет, голос, по-моему, настоящий. А чувака из Индии, судя по всему. Забавно то, что он поставил себе корейский аватар. Спайдермен! Спайдермен! Парня, untuk menempel di gedung dan berhasil loncat di mobil Spider-Man gadungan itu. В общем, я все понял. Рисуют страшные вещи. Вторая часть. Надеюсь, они в очередной раз нарисуют банан. Или вот этого хомяка. Этот призрак. Призрак. Ко всем, кто не лайкнет это видео. Так, ладно. Рисуй страшную вещь и получишь один робокс. Всего один робокс? Почему написал, что один робокс это $1? Нифигашеньки. Если вы хотите купить робоксы по очень дешевым ценам, это можно сделать только в позе пейботе. По ссылке в описании под этим видео. А еще вы там можете пополнить баланс абсолютно в любой игре. У нас уже десятки тысяч клиентов и тысячи отзывов. Все довольны. Ссылка в описании. Спасибо, ты такой щедрый. Старый. Такой щедрый. Один робокс. Что она рисует? Понял, ты не получишь один робокс. Его нарисовала. Что ты сказал? Да не робокс. Да не робокс. Привет, нарисую страшную вещь. Я нарисую этот шорт. Цифра 2. Меня мама наругает за это. За цифру 2. Сына, почему у тебя уже 5-я двойка подряд? Его мама зашла в Роблокс. Как она это сделала? Я удаляю твой Роблокс. Ну, ма... Я удаляю твой Роблокс и забираю у тебя все Роблоксы.
Мое видео закончится, если я стану на картинку лисички. А я бы закончил ролик, если бы ты наступила на обезьянку. Она стоит на обезьянке. Ролик заканчивается. Которую могут увидеть только 10 человек из 1000. Если ты ее увидел, то скорее загадывай желание. Я хочу вживую встретить самую милую мартышку. Чизбургер. Когда-нибудь мы будем скучать по этому звуку. Звук блоксиколы. Легендарочка. Легенда! Спасибо за детство! Звук блоксиколы. Ну вот если ты прослезился от звука блоксиколы, то ты настоящий олд. Принеси мои тапочки! Тапочки! Не понял. А, типа он должен запрыгнуть на кровать. Ладно, ладно, я, пожалуй, иду отсюда. Ты нашел отличного друга. Так, и что, они построили дом. Так же, как в Майнкрафте. Это для нас обоих. Найс, отлично. Пожалуйста, помоги мне, бро. Я не буду помогать тебе, маленький бро. Какие-то тарантиновские диалоги, вам так не кажется? И он остался совершенно один. Наедине с самим собой. Будет об этом жалеть всю свою жизнь. Но если вы прямо сейчас поставите лайк под этим видео, то он выберется из этой ямы. Мне страшно представить, что он там делал. Это что, тот самый рублоксер или кто? Зачем-то он прыгал по столбикам. Да, именно так делают все рублоксеры. Хочешь ли ты PS5 или снеки? Конечно, я выберу снеки. А, нет. Что он собирается сделать? Подкинуть его? Я думал, это снеки. Оу, блоксфрут! Бейкон победил. Пожалуйста, фрукты. Меня, кстати, многие просят поиграть в Блоксфрут, но я же уже записывал видосы по Блоксфруту. Просто прогуглите. Я все равно не понимаю, что здесь произошло, но он скушал фрукт с пламенем. Итак, сейчас у него появится какая-то новая способность. А, нет, Бейкон просто вырубит его. Вот так вот, со смыслом. Subway Surfer в Роблоксе. О, нет, опять та самая квартира. Я ее уже узнаю. Эмоции всего моего сегодняшнего дня. Я раздавила машину чудо-чая. Он даже сам об этом попросил. Ну да, а что? Один лайк, это плюс одна морковка. Один лайк, минус один кринжовый шорс по Роблоксу. Если мы под этим видео наберем 2 миллиона лайков, то я удалю свой канал на Ютубе. История про Джену. Это какой-то не настоящий сайт по Роблоксу. Так, запускают игру Джена Стори. Подключение к лобби. Джена идет. Что-то я не понял смысл этого шорса. Я удивлен, что в Skibidi Toilet Tower Defense до сих пор играет так много людей. Вы представляете, насколько же огромная фанатская база у Skibidi туалетов? Бабушка на протяжении всей моей жизни всегда приходила мне... Казалось бы, при чем здесь Роблокс? Все, с меня хватит. На этом наш ролик подходит к концу. Если вы хоть раз кринжанули, подписывайтесь на канал и ставьте свой лайк под этим видео. С вами был Пози, увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.